Всем привет, ребята. Вот сегодня выбрался побросать мормышку. Сегодня у нас 14 мая. Такая вот погодка солнечная. Ну, на такой пруд небольшой. Вот места такие. Сейчас будем ходить, бросать потихонечку. Может, плотва, окунёк, щучка, может, мелкая. Ну все, ребят, будем заходить, пробовать. Все, смотрите. Есть, ребята, есть. Есть. Щучка мелкая. Смотрите, какая, ребят, отличная плотва. Есть, ребята, есть. Ушла. Потому что плотва, наверное, хорошая. Thank you.
успел. Я думал, все уже, финиш.
Есть. А это уже у нас окунец. Ух, съел. Плотва, окунь, должна рыбиться. Есть, ребята, есть. Опа, щучка мелкая. Ребята, щучка мелкая. Ушла. Отпустила. Есть. Опа. Ладно. Конец. Все на один цвет, ребята, смотрите, на этот такой фиолет. 0,3 грамма мормышка и фиолет. Все по классике. Все по классике.
все, ребята, половили немного. Плотва была, окушки, щучка мелкая, но я не вытащил. Отпало срез щуки, ну немножко плотвы, в принципе. Рыбалка нормальная была. Все, собираемся домой потихоньку. Сегодня у меня комплект тот же самый, Blackadder с тестом 0,5 до 1 грамма. И катушка Stinger Innova. Шнур Gjosen 0,2 ППЕ. Что еще? Бросал мормышки весами 0,3, 0,5, 0,6 грамм. И приманки Whitebait в фиолетовом цвете, в синем. Самые такие были поклевистые. Ну все, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи!